Сотрудники ювенальной полиции Аль-Фарабийского РУВД и районной прокуратуры вышли в рейд по несовершеннолетним. Они посетили игротеки и увеселительные заведения района в целях выявления подростков до 18 лет, прибывающим в кафе и клубах после 10 часов вечера. Так, в одном из заведений они задержали и доставили в опорный пункт группу молодых людей. Ну, вроде пойдет. Сыкканы. Алла. Сіз білетін беріңіз, түнде жүріге болмайтын, саат 11-ден кейін. Вечером мы вышли на улицу прогуляться. О том, что нельзя на улице гулять после 11 вечера, не знали. В школе нам тоже об этом не говорили. Но сейчас же чуть больше 11, мы и не думали, что уже поздно. Родители несовершеннолетних подростков полицейские вызвали в участок, где с них взяли объяснительный и предупредили об ответственности. На первый раз стражи порядка ограничились предупреждением. Қазірдің өзіне бірнеше жасөспірімдер анықталып, олардың ата-аналары Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу кодексінің 442 бабына сәйкес оларға хаттама толтырылып. Мы вызвали родителей подростков и провели с ними профилактическую беседу. В следующий раз они будут оштрафованы. Всего в течение рейда мы задержали 5 подростков. Подобные рейды будут проводиться регулярно, обещают полицейские. В районе города Туркестан зарегистрирован один из первых степных пожаров. Сообщение о возгорании на пульс 1 поступило от жителей села Жалантос. Как выяснили полицейские, огнем были охвачены 12 гектаров территории местного лесного хозяйства. На ликвидацию огня были брошены 2 единицы техники и 14 человек из числа личного состава Туркестанской противопожарной службы. Кроме того, к тушению также привлекли сотрудников Атрарского лесного хозяйства. Кроме того, 18 человек и различную технику прислало управление лесного хозяйства Атрарского района. По словам местных жителей, из-за сильного ветра огонь перекинулся и за пределы туркестанского лесного хозяйства. Справиться с огнем пожарным удалось к позднему вечеру. В этом происшествии никто не пострадал. На территории Каратаусского РУВД открыт новый участковый пункт. Его ввели в строй накануне Дня казахстанской полиции. На открытие были приглашены первый заместитель начальника департамента внутренних дел Сакен Айтбеков, аким Каратаусского района Галымжан Исмаилов и другие гости. Казахстан республикасының полициясының 23 жылдығына толуына байланысты Каратау полиция парады тректі ашылу салтанатына сап қызметтік тұр. Пусть этот новый пункт полиции помогает в охране общественного порядка. Пусть он служит долго на благо местного населения. Также хочется от имени Каратауского акимата вручить полицейским почетные грамоты. После торжественного открытия здания участкового пункта все гости осмотрели оснащенность полицейского участка. Этот прекрасный пункт пусть стоит на защите общественного порядка и помогает в борьбе с преступностью. Здесь есть все для успешной работы. И жители района пусть тоже помогают полицейским в наведении порядка на улицах района. В микрорайоне Нуртас, где сегодня проживает свыше 28 тысяч человек, до этого дня было всего 2 участковых пункта полиции. В этом участковом пункте службу будут нести 4 полицейских, среди них один инспектор ювенальной полиции. В этот же день начальник Каратауского РУВД Асылхан Калаубаев поздравил с днем полиции супругу одного из ветеранов МВД Жаулабай Байсариева, вручив ей ценный подарок. Позже сотрудники полиции посетили воспитанников детского дома номер 4, вручив детям игрушки. Наша программа также поздравляет всех сотрудников полиции с профессиональным праздником и желает успехов в работе.